стандартная белая коробочка. У них защита от вскрытия сверху. Страна изготовления — Вьетнам. Мы видим описание программы, собственно, место изготовления, характеристики. Дальше продолжим чуть позже. Пока вот такой вот вид самих часиков с дополнительным ремнем. Или я немножко еще ничего не понимаю. Но посмотрим сейчас более внимательно, что входит в комплекцию тоже. Куча всякой мелкой макулатуры, собственно, гарантия, инструкция краткая на нескольких языках, в том числе и на русском. Инструкция, она же краткое руководство, как пользоваться, снимать ремешок. Родная зарядная станция уже идет подключением Type-C, как вы видите. Вот так вот она выглядит стандартно, в принципе. Собственно, сам внешний вид крепления ремешка, цвет называется зеленый. Кнопки управления, магниты для зарядки. Вот так вот крепится с обратной стороны. Сам ремешок довольно приятный по ощущениям. Мне цвет, конечно, показался поскорее серым, чем другим. Теперь включим. Значит, нуль они не были разряжены, поэтому включаем. Вот видим первое экранное окно. Да, это версия с LTE, то есть можно подключиться к ним симку. Есть сим, естественно, вариант. Подключаем. Как всегда, кучу всяких принять нужно соглашений. Один из циферблатов, что было установлено, значит, варианты тренировок на часах.